Считается, что Айзек Чилембо, это наиболее, наверное, можно употребить слово, деклассировал кубинца и завершил этот бой красивым нокаутом. Возникают моменты, когда ему нужна пауза. Здорово попадает Дима. И мы слышим голос Геннадия Мощанова по печени. Плотный, хороший удар. Это хорошо, быстро, плотно, но попал. Попал в Вилла. Загулял Чилембо. Успокоился Бивол. Достаточно активный поединок для себя. Левый боковой от Бивол. Рано или поздно их встреча состоится. Поэтому с таким интересом работает в атаке, что ему, может быть, не так свойственно. Говорят в углу. Ну и Дмитрий, кстати, славится тем, что свой угол он слышит. А лучше Бивол чувствует дистанцию. Чилембо руки длиннее, но не достает. А Бивол достает. На руке! Вот это его бокс. Двойка отлично от Бивола еще раз. Это его бокс. Манере, но относительно ведет этот поединок. Чуть более открыто. Здорово слева. Чилембо отвечает по ту. Она прилететь точно в цель. Точно в подбородок. Левый боковой Чилембо наносил. Дмитрий. Подуспокоились действия в этом ратом бою. К этому не располагает. Не готов еще чуть. Опять в основном перестрелка. Держит практически у лица соперника. Здорово джебом. Чилембо попадает. Потом справа добавляет по корпусу. Да, так вообще подключали. В единичные эпизоды. Но, правда, сейчас Бивол. Поймался. Хорошая двойка от Бивола. Поединок Бивола против Сальвана Барреры. Да, особенно вот сейчас. Последних секунд боя. Да, есть... Геннадий Мощанов теперь попросил Бивола включать повторный от... Да, возможно, вот та манера, в которой действовал Бивол, она была как некой подготовкой. Касается в глаза, очень ограничен. 6-0 по раундам или 60-54 на данный момент. Седьмой мы еще не считаем, он идет. Ох, как хорошо. Это совершенно не повод пропускать. Да, все-таки удары полутяжелые. Ну и угроза еще, которая исходит от соперника, она тоже... Чилембо. Вот еще. Он говорил о трех. Начался этот поединок довольно активно, зрелищно. И потряс Билла своего соперника. Пытался атаковать. Левый боковой отбил. Айзеку Чилембо уже на карточках этот бой не выиграть. Он проигрывает с большим отрывом. 8 дают в пользу того, кто в целом уступает. Но сейчас... Мы становились свидетелями необъяснимых вердиктов. Бывало. Но... Есть ощущение, что победить досрочно у такого соперника. Хорошее было попадание от Бивола левым сбоку через финт. И снова, как показалось, то ли потерял баланс Чилем. Максимум вот выложится в эти оставшиеся дни. Чина находится перед Айзеком Чилембо сейчас. Это Дмитрий Бивол, который очередную успешную серию проводит. На протяжении всего боя испытывает те же проблемы, что и Мурат Гасиев в бою против Александра Усика. Банально не может подстроиться. Поэтому у российского боксера пока что по состоянию на... Ну, наверное, он и так, как ожидали многие. Ну и Рой Джонс, судя по его довольно вялым установкам... Снижает твои гонорары, но если ты все-таки уверен, что после боя Дима скажет, что это был действительно очень хороший опыт, и многое он... У боксера врасплох. Неплохо. Вот все-таки, наверное, можно Чилембо попытаться отбить Дмитрия Бивола после двойки, зачастую нарочито не боку. Уже множество Чилембо пытается нокаутировать, но... Пытался контратаковать Бивол. Получили большое наслаждение от того, что продемонстрировал в ринге. Да, лучше, чем победить по очкам. Но так или иначе, в конечном итоге победа есть победа. Дмитрий Бивол. Дмитрий Бивол, третья защита титула.